Стройка крупным планом. Тяну дальше набережную. Что было, где складывать лодки? Это вот соседняя кафешка. Это та, где я сижу, кафешка. Это море. Это море. Это море. Море как море. Сегодня у нас облачно, соответственно, не жарко. Ветер, как вы видите по флагу, дует, но тоже вполне умеренно. В общем, такая вот погода во второй половине дня.